Dollar bought a brand new Porsche. Cam did too. Cam did too. Dollar bought a brand new Porsche. Cam did too. Cam did too. Dollar met a bitch on tour. Cam did too. Cam did too. Dollar met a meal on tour. Cam did too. Cam did too. Здорово всем, друзья, с вами я, мистер Чир, и у нас сегодня матч с пчелами. С пчелами мы, кстати, еще не играли, играл у нас второй голкипер, и вроде как обе игры он им проиграл. У нас вроде бы налаживается статистика на Востоке, нам осталось буквально 5 очков набрать, чтобы обогнать бульдогов, но я думаю, что в ближайшее время мы это сделаем. И выйдем куда-нибудь повыше. Нам бы третью строчку занять. Петерсов-то вряд ли мы уже догоним, а Дженералс-то тем более. Поэтому остается всего лишь на третье место на Востоке рассчитывать. Поэтому погнали играть с пчелками. Но перед этим хочу сделать небольшую рубрику. Веселый комментарий. Прошлый комментарий вот такой. Бухач! Играем дома при своей поддержке. И надеемся на хорошее начало. Если мы хорошо не начнем, я думаю, что потом будет уже провал. Но за 30 секунд мы буквально-таки зарабатываем большинство. Капитан команды соперника удаляется за атаку. Хелшер, бросок, голкипер. Квин, шайбу сохраняем в зоне, хорошо. А вот это уже ошибка. Это уже... ошибка, которая приводит к атаке соперника в меньшинстве. Битен на Квина. Квин. Квин хорошо выкатывает. Бросил. Бал. Хороший щелчок. Голкипер. Ну вот. Вышло первое звено большинства. Сейчас, мне кажется, и начнется жаришка. Ахатюк. Есть бросок Кларка. Попадает в своего же Росси. Росси. Взял бросок. Эх, Максимович, Кларк, Максимовичу, Максимович неудобный. Подбивал туда клюшечку в сторону ворот. Легкая шайба для голкипера. Выиграли вбрасывание, Ахатюк. Ну, это жестко. Это жестко, надеюсь, не травма. А, видимо, травма. Встречает его у борта. Ну, смотрите, какая скорость у Грима. Максимович, бросок, шайба в воротах. Я отвел камеру и не увидел, как же эта шайба оказалась в воротах. Как я понимаю, она залетела... от штанги от дальней. Сейчас посмотрим. Максимович перехватил, как я понимаю, шайбу здесь. Ага. Вот это передачка в сторону пятака. Сразу же перехват. И голкипер здесь уже не выручил. Максимович хорош. Не зря он лучший игрок у нас в команде. Сейчас по очкам. По заброшенным шайбам. Молодец. Ахатюк вышел. Значит, травма была несерьезная. И слава богу. Бродобить! Эх, шайба ухатывает за ворота. Аккуратно. Передача. Закрыли. Вводим шайбу вправо. Защитники. Хорош, Биттен. Уже реализовал такие выходы. Биттен бросок. Ну, пытался. Пытался обвести голкипера. Шайба просто сошла, видимо, с крюка у него. Гай. Аккуратно. Ресор, Гай. Не дали бросить. Балла, дай передачу. Хорошо, Росси. Можно бросать, добить. Что творит голкипер сейчас? Что он сейчас сделал? Это вообще законно? Закроем ближний угол. Теперь перекатимся. Получим бросок, но не точный. Грима. Взяли. Красиво. Отдаем. Бюрке. Эгерт, мимо! Ой-ой-ой. Ахатюк. Передача на Максимовича. Максимович. Передача дальше Ахатюку. Толнай. Отлично, 2-0. 10 номер. Центральный нападающий Кэмерон Толнай. Второй гол в этом сезоне. Хорош. Передачка. Еще одна передачка. И тут уже... переиграл в ближний угол голкипера. Не успел он переместиться, закрыть угол. Шайба именно туда залетает. Но старался. Старался голкипер. Перекатывал, но не докатил. Отлично. Отлично. Вести 2-0 в первом периоде. Это всегда хорошо.
за 4.26 до конца первого периода. Маджо. Отличный перехват был сейчас. Маджо, передача, шайба в воротах. И второй гол. Дубль. Толная. Вот это да. Толнай фан-клаб. Странно видеть такие надписи, учитывая, что парень играет у нас где-то в четвертом звене. И на лед выходит очень редко, но у него есть свой фан-сектор. Вот так вот, друзья. А у вас есть свой фан-сектор? Вот у Толная есть. Главное, чтобы у меня был где-то фан-сектор. Я думаю, что канал — это мой фан-сектор, да, друзья? Правда, бывает, что там и плохие комментарии вылазят в сторону нашего Дыркина. Но ничего, я думаю, что в ближайшее время мы исправим свою ситуацию и будем очень жестко тащить. Хороший выкат здесь, мы спокойненько отправляем шайбу куда-нибудь в оградительную сетку, наверное. Там сетка висит у нас. Максимович лучше по голам. У него уже 15-й гол получается сегодня же он забросил. А это вычет не идет. Бросок отбиваем. Будет бросок сейчас. Набросик. Защитник помог. Отлично, заканчивается у нас первый период. С счетом 3-0 мы его заканчиваем. Всего лишь 4 броска было по нашим воротам. Мы все их отразили. Все легко было. Ну и команда довольно-таки хорошо смотрится в атаке. Надеюсь, продолжим так же и во втором периоде. Ну и также, конечно же, в третьем. Желательно не пропускать. А то вы помните, да, мы уже один матч начинали 3-0. Все свелось к овертайму. Кларк, тебя уже прессингуют. Аккуратнее шайбы, расставайся быстрее. Есть бросок балла мимо. Макгрегор. Бросок. Закрыли, закрыли, прижать. Мне не дают прижать шайбу. Проигрываем вбрасывание. Да что ж такое-то? С точкой реальные проблемы. Аккуратнее с ближним. Хорошо. Ой-ой-ой, какая ошибка сейчас была. Квин. Один вкатывает, нету помощи. И сразу же силовой и отбор шайбы. Вот так вот и заканчиваются наши атаки во втором периоде. Даем спокойно бросать сопернику. Ну, слава богу, не точно. Кларк. Опять силовой. Опять отбор шайбы. Ну и опять в оборонку. Кларк хорошо доиграл сейчас ситуацию. Передача. Хофф. Хелшер бросал. Ну, такое себе. Толнай на Кларка. Кларк с неудобной успел бросить. Аккуратно. Берем. Ну, тут можно отдать. Здесь не страшно. Никто не прессингует. Йол в предыдущей игре хорошо себя показал. Йол. Передача на синюю. Бросок. Маджо. Жестко. Жестко. Бросок. Взяли. Можно отдать. Зря отдавал. У нас игроки тупят. Йол вперед. Хофенмайер. Пошел в зону шайбой. Максимович на дубль шел сейчас. Воу! Это что? Это что за киллерский выстрел был? Я просто хочу на это посмотреть. Пам. Пух. Уа-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 
Бам. Ну это реально смешно. Тыш. Хорошо, Квин бросок. Голкипер парирует. Йоу. Хелшер. Будет бросок? Нет. Хослинг. Бёрки! Тихо. Отдаю. Последние секунды тикают. Лучше отдать. Не хочу точку у себя. Битен, бросай. Хорош. Второй период также отыграли на ноль. По нашим воротам было нанесено 7 бросков. Уже неплохо. 5 бросков всего лишь наша команда нанесла. Но мы ведем 3-0. Нам нужно просто аккуратненько отыграть в оборонке. И больше от нас ничего не требуется. Передача отличная, Кларк. Это 4-0. Это счет, которого я не ждал, если честно, в этой игре. Хоффенмайер. Передача через весь пятак прошла. Через весь пятак. Еще и Росси мог замыкать эту передачу.
Но шайба прошла до Кларка, и Кларк там замыкает. Хорош. Хорош, хорош. Замена голкипера, кстати, прошла, я ее пропустил. После четырех шайб заменили голкипера. Парни заиграли. Но вот в обороне как был бардак, так и остается. Посмотрите, просто Хофенмайер бросает без помех. Аккуратно здесь отбиваем. Аккуратно. Бросок. Взяли его. Ох ты, вот это щелчок опасненький. Опасно, синий теперь проходит. Бросок, ловим, отдаю. Хелшер, ох, жестко. Но шайба у нас, Вилсон. Набита она будет? Нет. Пошел на свою точку. Пошел играть на своей позиции. Но ошибка. Ошибка, выкат. Довольно-таки опасный. Передача, закрываем. Макгрегор. Взяли. Отдаю. Бросок. Толнай над хэт-трик шел. Йоу. Толнай. Хэт-трик. Нет. Вышли из-под прессинга. Мартин. Закрыли. Нет. Нет. За минуту 52. За минуту 52. Лишили хэт-трика. Только не это. Кричат мои болельщики. Но шайба в воротах. Обидно пропускать шайбу за, буквально за 2 минуты до конца матча. Можно было бы взять сухарек в этой игре, но, блин, опять. Опять нас переиграли. Я боялся, что тот игрок сдалека бросит по воротам, но он нас переиграл, дал передачу, шайбу в воротах. Бросок, отбиваем. Пчелы не сдаются, хотят идти в атаку. Там кто-то у них из защитников получил повреждение. Но встал и играет, видите? Даже после жесткого толчка на борт они продолжают играть и биться. Хатчер. Мимо. На последние секунды. Победа. В этот раз без сухаря, обидно. Первого сухаря нету. Хотелось, конечно, взять сухарь, но пришлось довольствоваться одной пропущенной шайбой. Я думаю, тренер даже этому рад и нас благодарит этой победой. Все-таки довольно-таки приличное количество шайб взяли. Примерно 20, наверное, бросков было по нашим воротам. Да, 20 ровно бросков по нашим воротам. Было бы 20 сейвов, если был бы сухарь. А так всего лишь 19. И третья строчка в звездах матча. Максимович и Толнай. Я лучше бы Толнаю дал первую звезду. Порадовался бы его фан-сектор. Порадовался бы он сам. Ну а так, Максимович, гол и две голевые. Увидимся с вами во втором матче. Итак, второй матч. И матч играем с Берри Колдс. Это команда, с которой мы всегда начинали карьерки за вратаря, если играли в ОХЛ. Но сегодня играем против них. Полетели. Домашняя арена должна нам помочь сейчас выиграть и вторую игру в серии. Постараемся, друзья. Сузуки. Сразу же бросок. Сейвим. Ничего здесь опасного не было. Кларк. Затащил шайбу в зону. Сразу же двое на него вышли. Но передачу сделал на пятак. Нету броска. Аккуратненько. Отбиваем. И здесь сейвим. Кларк. Опять затащил шайбу, отдал Максимовичу. Максимович бросил в ближний угол, голкипер. Кларк. Бросок точно в Эдмонсона. Хаверчук. Шайбу не отдал. Тут Квина жестко встречают. Надеюсь, даже нету травмы там. Хелшер. Китинг. Эдмонс. Хофенмайер. Передача есть на Хелшера. Нет. Нету атаки. Китинг. Хороший бросок. Добить. Шайба ворота. Хелшер. Хелшер открывает счет в этой встрече. И это для него 5-й гол в сезоне. Один из самых бросающих игроков нашей команды, но всего лишь 5-й гол. До Максимовича, конечно, ему далеко, но главное, что забрасывает. Это хорошо. Эдмонс не смог закрыть ближний угол, отразив первый бросок. Отскок лег прямо на клюшечку. Хелшеров. Сузуки.
перекрыть. Ну, куда ж ты так летишь-то? Мне нравится в Кларке то, что он не дает лишние передачи, он ищет. Ищет партнеров, которые открыты. Не теряет просто так шайбу. Пытается обострять. Отбиваем. Отбиваем. Бросок. Хатюк. Бросок. Голкипер. Росси. Под неудобный бросок был сейчас Кларку. Адан пас. Тортора. Прижать. Мимо. Передача, бросок. Эдмонс нашел там где-то шайбу возле себя. Бросок. Ближний угол. Голкипер. Биттен перехват. Биттен. Передача на Йола. Йол набросил туда в сторону ворот. Но голкипер эту шайбу взял. Квин передача. Хелшер. Ну почему что не бросал-то отбор шайбы у него? Верчок. Последние секунды. Пошли. Атака все-таки на наши ворота в конце получается. Но броска нету. Броска нету. Конец первого периода. Давайте посмотрим, что же там по броскам. 8 сейвов у нас? Честно, не насчитал я 8 бросков, но 8 сейвов это всегда хорошо в первом периоде. Взяли. Проиграем вбрасывание. Бросок, ближний угол. Ух ты, блин. Фланга легче бросать при вкатывании в зону. Кларк, добить Максимович мимо. Опа. Ну вот передача ужасная, конечно, была. Бросок Кларка. Максимович. Штанга. Росси. Передача Максимовичу. Максимович еще раз бросает. Два броска Максимовича подряд. Максимович выкатил, бросил в дальний. Нет. Прям очень хорошая атака от нас. Ее нужно закончить голом. Максимович. Максимович, передача Кларку. Кларку не дали бросить. Ай-яй-яй, ошибка сейчас Кларка. Такую доминацию устроили в зоне соперника. Передача на синюю. Вилсон. Бросок. Голкипер. Но здесь могут же потерять шайбу, да. Некому было отдавать передачу. Все где-то были не там, где надо. Но и... Ой-ой-ой-ой-ой. 1-1. Заговорился я. Заговорился и получил от Ховерчука. Ховерчук — это тот игрок, который еще в прошлой, позапрошлой карьере был. Ну вот как мы ее не поймали? Прям по центру шайба шла, и мы ее не взяли. Бросок-то с кистей был. Не такой уж сильный. И мы ее не взяли. Очень странно, что именно так сыграл голкипер. Смотрим на повторе. Что он убрал ловушку. С того места, куда шайба летит, смотрим. Просто опустил ее вниз. И шайба пролетела спокойненько в ворота. Опять загнулась экипировка. Странно. Вот здесь же плечо. Должна была шайба не пролетать так, как сейчас пролетела. Ну ладно. Хилл. Кэмерон. Проиграли вбрасывание. Бросок. Отбиваем. Пас на синюю. Бал. Верчук. Нет, Хофенмайер. Биттен. Хофенмайер. Биттен. Йол. И Биттен. Шайба в воротах. 2-1. Самуэль Биттен. После передачи Йола отлично загоняет шайбу в ближний угол. Вообще он мастер шайб в ближние углы. Помните выходы 1 на 1, где он просто переигрывает вратаря броском в ближний угол. И здесь также ближний угол для вратаря стал коварнейшим. Хофенмайер, передача не проходит. Ну и получаем атаку 1 в 1. Мимо, совершенно, совершенно мимо. Пекар. Сейвим, отдаю. Максимович, можно бросить. Есть бросок. Ух, хороший бросок, кстати. Сложно для голкипера. Шайба быстро летела. Пришлось переводить ее влево. Итак, 14-19 по броскам. Ну, равная игра. Равная. Конечно, обидная шайба нам залетела. Но что поделать. Это игра.
Здесь любая шайба может быть в воротах. Финмая хорош. Подставляется под каждую шайбу. Не дает ей залетать. Все хорошо. Пас на синюю. Бахал. Максимович. Максимович, бросок. Ох ты, потерял. Потерял шайбу голкипер. Аккуратненько. Такер. Хорошо. Взяли. Передача, бросок. Я вот что-то хотел, дубль. Ахатюк. Кларк. Ахатюк. Нет броска? Нет, не вышел он под бросочек. Есть бросок, шайба в воротах. Это Кларк. Это Кларк, друзья. Это дубль Кларка вроде как, нет? Чуть я забыл, кто забросил вторую шайбу. Нет, это не дубль Кларка. А кто он забросил? А, Биттон. Биттон забросил, точно. Ой, ошибка голкипера. Обидная. Шайбу должен был отбивать. Такую же мы пропускали шайбу, я помню. Бросок. Под блин. И мы его не смогли отбить. Отбили свои ворота. Ну что, 3-1. В третьем периоде остается буквально-таки 10 минут, 10 секунд. И сопернику нужно забросить две шайбы. Это реально. Это несложно сделать. Особенно, если мы будем так ошибаться. Росси. Росси выкатил. Передача под бросок. Нет. Я думал, он на дальнюю штангу передачу отдавать будет. Он отдал на синюю. Хилл. Кэмерона не встретили. Хорошо, и можно вперед. Нет. Шайба остается в нашей зоне. Хилл. Не дали. Не дали шайбе дойти. Ну и Росси здесь сам не пойдет. Это понятно. Максимович. Вообще сейчас нужно просто аккуратненько отыграть, не терять шайбу, оставлять контроль под собой. Эдмондс хорош сейчас. Из девяточки шайбу забрал. Тортура. Сузуки. Тихо. Ужасную передачу я отдал. Поднял клюшку. Ух ты. Ближний угол с неудобный. 2 минуты до конца у нас остается основного времени. Хилшер теряет шайбу. В атаке. Нужно откатываться, ребят. Откатываемся, откатываемся. Смена это, конечно, хорошо. Кларк. Кларк, бросок. Ближний угол. Неплохо, кстати. Опасненько для вратаря было. Пустые ворота. Да серьезно? 3-2. Джейсон Уильямс вроде тоже был у нас в составе Барри Колтс, когда мы играли. Че за тупые шайбы? Чем мы должны такие брать? Вообще берем. Я на это и рассчитывал. Откатился немножко в сторону, чтобы закрыть и дальний угол, и ближний. Но здесь почему-то вратарь просто тупит и не берет шайбы. Которые просто летят в ловушку. Ну и как это называется? Опасно. Перехват. Отбиваем. Китинг. Хофенмайер. Последний мутый прям мандражик какой-то. Квин. Попасть по воротам нужно, а не просто шайбу забросить. Все, расставились. Расставились в обороне. Хилл. Ну все, шайба уже точно не пройдет наши ворота. 3-2 победа. Обидная последняя шайба, но все-таки оценки неплохие. Оценки неплохие, оценки... Можно сказать, даже получше, чем я ожидал, потому что все-таки 2 тупые шайбы были заброшены. Ну все, это конец матча. Обязательно пишите, друзья, комментарии. Обязательно ставьте лайкосики. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте. Там много информации о том, почему ролики не выходят, когда ролик выйдет и когда стримчики. Ну и, конечно же, в скором времени будут розыгрыши. Увидимся с вами, друзья. Пока.